Летом Турция и Египет. Я одного друга спросил, ты когда-нибудь говорил жене, что ты о ней на самом деле думаешь? Говорил, не веришь? Хочешь, шрам на голове покажу? Одна моя знакомая рассказывала, вхожу в троллейбус, вся в насморке, в слезах. Какой-то дедок говорит мне, не плачь, дочка, они все равно поженятся. Ну как было не засмеяться, а? Да, сам сидел, сам видел в ЗАГСе, стоят двое. Она симпатична, он коротко стриженный, такой регистратор спрашивает жениха, согласны ли взять жены Петрову Наталью Ивановну? Жене говорит, а я что, блин, сюда шутить, что ли, пришел? Действительно, а